А это еще одно старинное здание. Это бывшее ремесленное училище. Кстати, открытое, построенное и открытое на деньги императора Николая II. Это здание тоже старинное. Это бывшая гостиница «Селект», до революции называлась. Сейчас здесь размещается администрация. Одно из зданий, ну, как говорится, структур администрации края. И вот абсолютно испорченное здание. Исторические снимки, если посмотреть, это было действительно здание с изюминкой. Но его очень сильно тоже испортили, как это бывает в советское время. Это улица Профсоюзная. Бывшая Николаевская. А вот это красное здание здесь размещалось тоже до революции, первая электростанция. Вот тоже, ну это вот обратно, вернее, вход в это старинное здание, которое было ремесленным училищем.